Следующая пара — Наум Блик. Он, в общем-то, не только поэт, но и артист, поскольку рэпер. И, между прочим, принимал участие в авторском спектакле «Рэп-поэты», поставленном на стихи великих русских поэтов, где исполнял главную роль. И львиную долю в этом событии нужно отдать Евгению Иванову в постановке этого спектакля. Спасибо, что увидели. Мы будем уже по 4, видимо, стихотворения читать, так как время поджимает. Уго, релый ветер хочет оба рвать сме няу порство под роги мокрой, скользкой пере шаги вают ноги ади нока как в пу стыне зерка лавну трипу стые насте неви ситка ртина как на белой кофте кофе пасма треть все бяза виснуть как про грамма нако мпе види мока кой-то вирус приса седел вся из вне а на небе видно только грусть у улыбки на луне. Устройство мира постигнуть можно, но это больно и неприятно. Рожденный в муках, идущий к смерти, через обиды, шипы и раны, туманный смысл сумей увидеть в круговороте безумных плясок, понять структуру молекул пытки, души крюками мироустройства, стерпеть побои судьбы припадка и улыбнуться в лицо могиле. Журавлиная песня. Мы живем в эпоху абсурда, реализм с приставкой сюр. Нас целуют в засос Иуда, и не лица, а морды юр. Утопаем в лесных пожарах, засыхаем от наводнений, а наш пионер вожатый костюм журавля примерил. Он ведет наш косяк упрямо к структурированной свободе. Согласно двойному уставу, за мной мои бандерлоги, наши слезы в кривой улыбке разъедают зубов эмаль, и дела шьют белые нитки. В нашем смехе извит печаль. Старики в детдомах убоги, на обед и на ужин завтрак медом вымазаны дороги. Убивают больных лекарства, убегают мозги, как крысы с теплохода, идущего с креном. Нам внушают дурную мысль, будто редька послаще хрена. Нас укладывают в фундамент одноразовых стадионов и проводят помпезный саммит на костях попранных законов. Слово совести взмахом ловким взято в плюшевые оковы. Тренер сборной в петле веревки, инвалиды сильней здоровых. И поет соловьем свидетель, в сейфе скрыты фемиды весы. Полированный стол столетий отражает чьи-то часы. Вызывающе пляшут панки чуть повыше банкетного зала. Собирается в путь на танке главарь митинга у вокзала. Маскарад в 39-м царстве. Клювы, крылья, овечьи шкуры. Разложение дух в пространстве и плевок в роднике культуры. Журавлиная наша песня. Ты лети вслед за дельтапланом. И о скалы потом разбейся. Все там будем. Всем туда нам.
Ну и последнее. Я бы его назвал подражание Маяковскому. Вот такое получилось. Всем почитателям пестрой безвкусицы, что пред бездарностями пали ниц, тем, кто живет в состоянии устрицы и лыбится глупо, как ручной шпиц, я из недр берлоги душной, самой измученной в мире ночью, посылаю свой поцелуй воздушный, ядреный такой, чесночный. Спасибо. А готовится Аркадий Застырец и Светлана Кадочникова, которые сидят вместе, видимо, обсуждают, что читать будут. А сейчас кто? Сейчас некто Олег Ягодин, заслуженный артист России. С лица снимая маску, подумай хорошенько. Быть может, собеседник не хочет это видеть. Быть может, собеседник не переносит шрамов или ослепнуть может от слишком яркой вспышки иссушенного света. Из глубины тюрены, развившего мгновенно свою лихую скорость, обрушившись внезапно ведром воды холодной, но чистой, как источник, в горах труднодоступных. Порыв ежеминутный, акт непреодолимый, сумей в себе предвидеть и вовремя укрыться в пещере одинокой от собственных потоков, губительных энергий, томительного чувства. И вырывая сердце из плена грудной клетки, ты не кричи от боли и не зови на помощь. Одно лишь только помни, как клятву Гиппократа, не навреди случайно отчаянным поступкам привязанности хрупкой, зеленому зачатку того, чего в итоге переменить не сможешь. Заметки души в клетке, костер не души, ветки подбрасывай только в путь, на морозе не смей уснуть, вещи успей взять, часы поверни вспять, открытой оставь дверь, ныряй, глубину мерь, найди упокой свой, пойми, выводи, строй, прими естество дней, свари из идей клей, намажь его на столб, рукой пригладь лист, кто-то другой чтоб увидел его из клетки своей души и разглядел слог, ищущего в глуши свой идеал строк. Я хочу написать стих, чтоб себя в нем узнал каждый. Человек, ангел, тихий псих, вор, убийца, начальник важный, президент, инвалид, судья, провокатор и мент с дубинкой, развалившаяся семья, хомячок и морская свинка, перекупщик, профессор, нищий, проститутка, политик, сноб, кто уже ничего не ищет, кто закапывал в землю гроб, одиночка, старуха, мать, невиновный, наивный, робкий, кто пытается снова встать, кто раскачивается в лодке, сын, отец, сирота, мажор, неудачник с горячим сердцем, самый главный в стране вахтер, ненавистник всех иноверцев, распаявшийся юнец, равнодушный прохожий в парке, хам, раскаявшийся подлец, поп на топовой иномарке, журналист, гражданин, поэт, говорящая голова, пешка, туз, козырной балет, рыба, жаворонок, слова, подкаблучник, самец, алкаш, наркоман, продажная тварь, за кого свою жизнь отдашь, постаревший, как пес, бунтарь, заключенный глупец, охранник, с дрелью сосед и бес, полоумной страны изгнанник, перебуханный косорез, кто пришелся не ко двору, кто свои измотал нервы, постигая эту игру выживания, каждый первый. Я хочу вам задать вопрос, он меня изнутри гложет, давит, будто бы паровоз, и кладет на прокрустово ложе. Вы живете тут в гуще масс, все по-своему молодцы. А вы пробовали хоть раз звезд лимонные леденцы? Голосуем. Наум Глик читал первый. Олег Ягодин, читавший стихи на облика. Спасибо.
Итак, следующая наша двойка. Аркадий Застрелец. А результат? 4-8.